Приветствую всех на канале Сад Флоксов. И сегодня у нас видео про тюльпаны, которые я в прошлом году сажала. Ну, на мой взгляд, обычно, нормально. На ваш взгляд, кое-как. Покидала и присыпала все за 3 секунды. Видео на то видео будет ссылка в описании. Ну вот сейчас краткий обзор, что у меня получилось. Некоторые ведь писали, что нет, ничего не получится. Вот мы сейчас вам покажем, что у нас получилось. Ну вот, смотрите. Это меня видно. Вот у нас первый тюльпан, триумф. Красивый. Все у него отлично. Дальше у нас идет тюльпан, он еще не зацвел, но тоже, как видно, что весь он вышел, все нормально, весь в бутонах, более поздний просто. Третий просто, можно с ума сойти от красоты. Сорт называется, кому интересно. Double Beauty of Appledorn. Он раскрывается сначала вот такой желтый, махровый. Сначала просто желтый, потом начинает покрываться вот такими вот интересными пестрыми красными полосочками, а потом постепенно краснеет. То есть красный тюльпан — это не пересорт, это самые-самые первые цветки, которые открылись первыми. Вообще такое зрелище обалденное. Дальше у нас идет тюльпан поздний, бахромчатый, махровый. Он еще не открылся, выглядит он хуже всех. Несмотря ни на что, он все равно весь бутонами. Дальше прекрасно выглядит вот этот вот тюльпан с названием Маргарита. Замечательный, красивый, махровый. Так, дальше у нас идет вот такой вот тюльпан. Я его не покупала, я покупала другой, который называется вот Карнавал Денис. Он должен был быть белый с красным, махровый и красивый. Вместо этого вот такой вот желто-красный. Но я бы такой не стала выбирать. Дальше у нас идет вот такой, начинает раскрываться. Бахромчатый и махровый одновременно. Называется Катер. Красивый. Вот это тоже очень интересный. Yellow Spider. Очень классный. Весь такой, прям, не знаю, разрезной, весь веселый, так стоит вертикально. Вот если тот обратить внимание, да, он немножечко в стороны разваливается, да, то этот такой весь как солдатики все стоят друг рядом с другом. Он начал распускаться первым. В прошлый раз я здесь была 10 дней назад, он тогда только-только начал первый цветочек открывать. Сегодня 22 мая. И он вот так вот выглядит здорово. Дальше у меня идет Fringe Black. Темный-темный я покупала, пока что еще не открылся. Но вот видно, что будет такой темненький. Вот. Дальше идет очень-очень красивый. Название что-то я не вижу. Он такого цвета. Оранжевый, кирпично-оранжевый, наверное. Махровый-бахромчатый. Что-то меня переклинило на вот эти вот махровые-бахромчатые. Мне так-то махровый больше всего нравится, но когда я подумала, что ух ты, а он еще будет с бахромчатым краем, ну все, очень хочется. Ну вот и следующий. Тоже бахромчатый, тоже, наверное, полумахровый он. Или обычный, махровый просто, бахромчатый, обычный, не махровый. Написано у меня «Горилла». Он тоже прекрасный и замечательный. Ну так вот, делаем вывод. Вот выглядят мои тюльпаны. И всех призываю спокойненько относиться к моим быстрым посадкам. Делать так же, потому что результат налицо. У всех все отлично, все цветут. И вид, по-моему, великолепный. И, естественно, что важно, я не затратила на это очень много времени. Так что пишите в комментариях, что там у вас цветет из тюльпанчиков вот таких красивых. Всегда очень интересно почитать. Спасибо всем за просмотр.